Для кого День знаний, для Веры Галкиной 1 сентября стало днем рождения ее первенца. Маленький Миша весит 2 килограмма 690 грамм и абсолютно здоров. Хотя роды были тяжелые, рассказывает мамочка. Но закончилось все благополучно. Сегодня выписка. Да и подарок от губернатора дожидается. Мы решили выбрать приз, потому что, ну, как бы подарок сынишке, ну, деньги не так важны. Маме цветы, малышу 53 самых необходимых в первые месяцы жизни предмета. Именно столько включает в себя губернаторские подарки. Сын Читы Галкиных Михаил становится первым обладателем набора в Красногорске. Подарки или денежные выплаты получат все рожденные в Московской области с 1 сентября. У нас родилось за этот период 22 ребеночка. Из них женщины выбрали тем, кому положено по положению. Это 6 человек приняли, взяли 20 тысяч рублей, и трое получили этот подарок. Не только подарок, но и все документы на ребенка уже получены через удаленное рабочее место ЗАГС в роддоме. Так что новоиспеченная мама может спокойно посвятить все свое время заботе о малыше.